Теперь только на своих двоих. Автомобилистам закрыли доступ в Муринский парк со стороны Северного проспекта. Такие радикальные меры районный отдел благоустройства принял не случайно. Жители не раз обращались в администрацию с просьбой спасти парк от так называемых шашлычников. Невозможно, особенно по выходным дням, наблюдать это безобразие, потому что машины ставят на газонах, везде какие-то шашлыки. Слушайте, дым коромыслом, как говорится, ну просто неприятно. По словам представителей администрации, повлиять на любителей такого отдыха не могут ни постоянные предупреждения, ни многочисленные штрафы. Часть населения все равно осуществляет заезд, использует в приготовлении пищи мангалы, разжигание огней. И, конечно же, остается большое количество мусора. Теперь проезд будет под замком. Его смогут открыть только в случае необходимости. Ключи отдадут сторожу ближайшей автостоянки. Сотрудники администрации говорят, не исключено, что через некоторое время ограждение поставят и с другой стороны парка.